На порталах The Get поступил вопрос. Родители много времени проводят на работе. Каким образом они могут заподозрить, что ребенок подвержен зависимости или уже находится в нем? Ну, вопрос поставлен в несколько нерешаемой плоскости, потому что родители считают, что зависимость – это только когда ребенок стал принимать наркотики. И они читают в интернете, что какие признаки наркомании, что у ребенка это мешки под глазами, какие-то дырки на коже. Но понятно, что зависимости бывают разные. И э, пустая голова куница дьявола, да? Я не говорю, что нужно ребенка загружать десятью кружками, дожидаться срыва психики от перегрузки, но какая-то разумная мысль в этом есть. Если у человека даже нет дырок у ребенка нет дырок на коже, но он находится в каком-то пассивном состоянии, полностью предоставлен на интернету и Алисе, то на каком-то этапе может пройти катастрофа. А если ребенок предоставлен сам себе, то ну, не хочу сказать, жди беды. И в этом смысле сложилась парадоксальная ситуация. Общество требует от родителей а, полной ответственности за жизнь ребенка, если ребенок что-то не то, как с родителей, но у родителей нет никаких рычагов да, влияния на ребенка. Ну И плюс сейчас современная физическая концепция. Говорят, что если у ребенка какие-то проблемы, значит, виноваты родители. Если ребенок наркоман, пришел с синяком виноват родитель. Но мы забываем то, что на человека влияет среда с ее контентами, и вот я писал как-то работу, да, профилактика зависимого поведения, где ну, старался показать, что если только у ребенка с детства есть здоровое представление там, о счастье, о том, вообще, где прилегает грань между добром и злом и так далее, только тогда у ребенка есть шансы хотя бы не стать зависимым. Если у ребенка с детства есть навык, например, не поешь гулять, пока не помоешь посуду, хотя сейчас это назовут эксплуатацией детского труда, то у ребенка будет навык, ну хотя бы банального терпения, хотя бы навык не перейти ту через грани, которую нельзя переходить. Если хотя бы родители обсуждают с ребенком, ну хоть, не просто говорят, что говорить у нас сложно, да, нет общей тем для разговора, хотя бы можно вместе посмотреть фильм и обсудить, прав ли главный герой или он не прав. Хотя бы хоть чтобы у детей хоть как-то вырабатывалась способность мыслить, формулировать свою точку зрения, все это укрепляет психику ребенка и сделает, ну, дает ему, даст ему хоть какой-то шанс да, перед зависимостью. Если родители просто оставили ребенка на самотек, то этот самотек, конечно, будут дети супер, супер какие-то такие вдумчивые, которые все равно выберут благо, но большинство людей, в принципе, отдадутся текущему моменту. Поэтому определить, что с ребенком не так, вряд ли получится. Мы можем только как-то стремиться развивать ребенка в конструктиве в надежде на то, что этот ребенок, получив какие-то здоровые навыки, уже со временем сам разберется, если ему что-то предложат где-то, да, как ему из этой ситуации выходить. Или, по крайней мере, он посоветуется с родителями. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.